В городском троллейбусном депо полным ходом идет подготовка к Новому году. Украшают троллейбус, который уже в пятницу выйдет на линию. Бока Рогатова обтянуты световой инсталляцией. Курсировать он будет по 11-му маршруту. Украшенных троллейбусов в городе всего два. Но, уверены в МУППТ, этого хватит, чтобы создать новогоднее настроение у пассажиров. Кроме того, сами кондукторы и водители внутри транспорта клеят снежинки и расправляют мишуру. Обязательно. Эта атмосфера очень даже нужна. И у нас все кондуктора в основном, все с энтузиазмом, с большим, подготавливают свои троллейбусы с настроением, чтобы заходили пассажиры сразу настроение. Они заходят и говорят: «Господи, что красивый троллейбус!» Прямо с душой сразу у людей, говорят, и настроение появляется, и все. Так что мы с удовольствием стараемся работать для пассажиров. С таким красивым троллейбусом есть некоторые сложности. Конечно, ни снег, ни дождь гирлянде не страшны. А вот грязь очень даже. В мойку украшенный пассажирский не загонишь. Лампочки отмывают вручную. Наши троллейбусы последнюю неделю декабря будут работать профессиональные Дед Мороз и Снегурочка, которые будут проводить какие-то минимальные конкурсы и дарить небольшие подарки с целью создать хорошее настроение для наших пассажиров. Ну и также обращаем внимание, что предприятие планирует провести традиционный конкурс «Счастливый билет». 10 победителей этого конкурса получат сладкие призы от предприятия. Двойка сказочных персонажей будет путешествовать по маршрутам, и обойдут они все троллейбусы. Организаторы акции уверены, встретить Деда Мороза и Снегурочку, отправляясь на работу или в школу, хорошая примета. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.